Но спасатели и сотрудники МЧС просят быть красноярцев предельно внимательными во время туристических прогулок. Это связано с тем, что за прошедшие выходные пострадали 9 человек, и один из них погиб. Трагедия случилась на горе Голубка, недалеко от города. Там со скалы упали женщина и мужчина. Последний погиб. И еще 7 получили травмы на Манской петле, решив скатиться с горы на Плюшках. В связи с этим специалисты советуют тщательно выбирать маршрут и одежду, а также учитывать изменения погоды и, самое главное, не переоценивать свои силы. Запретить мы не имеем права. Но при этом я надеюсь на благоразумие каждого. Потому что, честно говоря, одно дело, когда идет подготовленный человек, это полдела. Но совсем плохо, когда он с собой тащит, так посмотреть на природу, совершенно неподготовленных стариков, детей и так далее. Будьте благоразумны.